Всем здарова, дорогие друзья, с вами Кутанов. Сегодня расскажу и покажу о таком растении, как клейкий рис. Думаю, он у меня не открыт. Но это не так важно. Значит, клейкий рис бросает рисовые бомбы замедленного действия, приклеивающиеся к зомби. То есть зомби будет замедленно. Будет медленно. Особенно взрыв одной бомбы задействует другие бомбы. Класс. Клейкий рис совершенно доверяет и бомбам, и рису, и абстрактному понятию клейкости. И даже написал о них несколько научных статей. Ясно. В принципе, а теперь посмотрим, как это растение проявит себя на газоне. Ну и как видите, вот. Садите клейкий рис и бросайте в зомби липкие рисовые бомбы. Окей. Ну. Римский гаргантюан. Так, прикольный тут могилы расстраиваем. О! Так, посмотрим. Я, короче, ничего нигде не смотрел об этом растении. Просто слышал, но так не видел. А, стоп. А, вот. Это же было вот так вот. Стоп, а так она... Я просто хотел вот так поставить. А, типа вот так. А, ну прикольно так. Не, реально прикольно. Зомби останавливаются и когда взрывается, то тут очень больно. Короче, нормально, растение не надо. Как обычно. Не, он мои часы. Куда? Вот сейчас так пойдем. Так, давай, зажри магру. Вот, внимание. Вот этот магру не даем. Вот от тебя тоже. Сожри быстрее. Сожри, что ты ждешь? Вот и правда. Доедет, понимаете? Так, давай. Просто он дальше вот эти вот клейкого риса не превращали в овцу. Не. Ой, это ж вроде не понимать поближе. Так, понимать поближе, да, а то наивно. Так. Ну, так растение. Правда, больше нечего сказать. Нормально такое растение. Кстати, как вы вчера заметили, интро глобально изменилось. Да, вот я это и хотел сделать еще в 2020 году. Но так и не сделал. В 2021 я взял и сделал. Точнее, в 2020 я только начал это делать. Вот. В 2021 закончу. И выложу вчера. И теперь, короче, это интро будет в каждом видео. Не знаю, нравится оно или нет. И ничего вроде насчет него не пишите. Ну и все норм. Значит, вас все устраивает. Но если вас все устраивает, значит такое интро и будет. Я на хоть и не новогоднее, но я уже все равно попал. Вот. Я. Еще. И в принципе мощное растение, в принципе.
Блин, да, действительно мощное растение. О, лавку, правда, где-то вот сейчас ловлю. Так. Ты куда оставить-то уже? Ставить нет. Куда ставить-то уже некуда. Если именно промыли как это симметрично, то уже некуда. Так вот. А, ну все, блин. Вот и все. Так, стоит. О, круто, они его останавливают. Это, короче, как масло, походу. Лол, прикольно. Куда-то вот, а? Мне что делать? Что делать? Ну ладно, задерживать его, да. О, все классно. Все, вот так все прямо симметрично поставим. Но могилы так они и не уничтожили. И выйдут. Играть. Так, что на этот раз? Находящийся в опасности. Угу. Так тут все растения находятся в опасности. Да. О. Ну, пожалуйста. Так, вот это вот нам не надо. Потому что, ну, он как будет копать, и растение будет приближаться. Нам это не надо. Кстати, я так и не посмотрю, что будет еще. Здесь делать, точно. Куда? Вот еще. Блин, а походу, кроме вот этих, ничего не дадут. Ну, ладно. Так, ну что будет? Ага, просто много этих рисовых бомб. На, блин. Да куда? Не, стоять, блин. Вот и все нормально. Так, ну там курицы. Тупые курицы. Так. Угу. Так, ну очень хорошо, в принципе, потому что она устанавливает тех зомби. Ну это хорошо. Ну ладно. Так, сейчас. Угу. Я без смысла, а этого зомби надо не установить. Ну ладно. Ага, стреляй. Так зачем ты вперед-то? Надо сюда вообще. О, тыщ. Тын-тын-тын-тын-тын. О, прям вообще классно. Ух, что ж ты не так близко хотя бы. Ну еще, в принципе, что? Опять эти курицы. Ну, у меня есть вот что. Опять же этих пор. Так, ну и все получается. На, вот так.
Тут все симметрично не получилось поставить, но ничего. Ничего страшного. Делайте пол. Донором. Так. О, прикольно. Прикольно. Вот это вот прикольно. Готовьтесь к обороне. Какой нахуй город? Ты чё? Ладно. Так, получается, надо сюда поставить. Сюда, в принципе, поставить. Сюда, в принципе. Сюда, в принципе. Вот так. Нет. Тебе и тыквочка. Хотя там, в принципе, тыкву бессмысленно ставить. Ну, как бы все растения будут переходить на... Так, ну вот это вот против этих. Это против этих. Каких там. Ну, этого зомби, как он так называет? Ну, так, ну и вот это, естественно. Поехали. Ну, все, в принципе, что? Я же надеюсь, они достанут. Или не достанут. Не достанут. О, достанут. Кстати. Папки. Папки. Ну да, в принципе, нормально. Справляется. А, она же этого 9 уровня. А что там за портал? Вы видите? Что это? Вон она что. Нифига себе. То есть появились, в принципе, новые порталы. Ну это как не оригинально, просто голубой портал. Как не оригинально. Сделали бы там, ну не знаю, там. Да хотя бы иконку мира. Разумно-то и все. Но не так же халтурно-то. Да. Да, я чуть не заметил, что появились новые порталы. Вот. Прикольно. А для Зескорпа есть? Куда? Кстати. А, нет, я уже думал. Мне типа, для них это все равно. Ну чё ты там? Понятно. Круто, классно. Тун-тун-тун. Ну, в принципе, норм. Чё? Тут немного зомби очень. Ну, ничего, ладно. Всё вот так вот сделаем, и всё, и будет красиво. Да ты чё? Вот так, да. Ну нормально, да? Угу. Так, ну это. Так, один. Куда? На, вот так-то. Ну да все. А, все. Класс. А, еще вот это осталось. Ну все, круто, классно. Дум-дум-дум-дум. Или еще выйдет. Ну конечно же еще выйдет. Пока выйдет. О, закрылся. Ну и хорошо. Ой. Думал. Так. Угу.
Так. О, медуз. Это я хоть и не медуз. А нет, это медуз. Или не медуза. Или медуз. Ну. Это куда сразу столько-то? Почему? Это же детская игра 7 плюс. Почему-то так сложно. Ладно. Ну. Ух ты! Что нам дали? М53. Эй, а чё они стоят? Лоу. Так, оно стреляет только где? Ну, ясно. Ох, что же мощно расти. Не зря я их прокатил. Вот. А, так это ж мята действует. Чё не нажимаешь? Ну ладно, если ты не нажимаешься. Так, ну в принципе все получается, да? Так, окей. Да что ты не нажимаешь? Тварь. Ну еще. Ой, сейчас же испортит все. Или нет? А, нет. Так, ну все, пожалуйста, уже совсем уже обнаглели эти зомби. Мне реально совсем так близко подходить. Пройдящих барон. Это не просто огромное неуважение. К нам. А стоп, это ж не последний он. Ну ладно. Ту-ту-ту-ту-ту. Так, ну и все просто. Это опять. Да блять, что ты не нажимаешь? О, все, теперь все симметрично. Я боялся, что все не симметрично будет. Да сейчас ты долго летишь. Вот и все, ты очень долго летишь. Так, тихо. Угу. Так, я не понял, что прям до конца газона, что ли? Или что? Да, да не, сука, блядь. Сейчас глупо. О, уже зомби видит. Тут. Да? Ну, начнем, сейчас будем стрелять вообще. Ну все, в принципе, да? Вот это в него бомб, ну, накидать, конечно. О! Так,
Быстрее, нормально, все симметрично выглядит. Быстрее там. Ну, все симметрично выглядит. Ого. О, идеально. Все симметрично, все. Все, я открою. О, 600 тысяч будет сейчас. Еще 5 монеток не хватает, до 600 тысяч. Обидно. Так, последний уровень. Тут как обычно, только. А, тут самим выбирать. Так, что ж мы выберем? Да. Чего бы выбрать? Может, это? Ну, а чё? Бросай тофу индейку. Так, ну сейчас подсунуть, ну вот это, все хай. А, так лучше и так, ну. Хотя было это, намного лучше, конечно, встать сюда, А, стоп, уровень 10-го? Тут 5 волн. Понятно. Так, ну-ка сейчас посмотрим. Так, давай. Где солнце? Красиво. Давай. Ну-ка и посмотрим. Будет ли он отбрасывать. Или же нет. Нет, не будет. Ну вот и хорошо. Все, круто, все. Все это очень круто, потому что не будет отбрасывать. Очень здорово, короче. Выбежать большая волна. Да. Так, давайте так. Ну-ка, будет отбрасывать? Мне кажется, нет. Не будет. Ну и хорошо вообще. Круто вообще, да. Крутые растения все-таки. Вот. Ух ты, вот это солнце. Много. Только солнце нам точно хватит. На, вот так. Взорвался что-то. Ты иди. Сколько? Да хера. Так, нам быстрее это что-то. Не очень. Так. В принципе, это связано с тем, что 10 уровня. О. Нет. И чё? А, ой, я думал. Быстрее взорвётся. На, вот так. Так, ставим еще. Или как же ставить? Ну ладно. Загружается долговато. Особенно на 10 уровне. Толку как-то загружается. Сейчас ведь это будет это птеродактиль, да? Птеродактиль сейчас будет всех это переносить на. Короче, не, реально как-то долго грузит или 10-го уровня. Ладно, там первый, ну 10-й. Да не. Так, окей. Очень прикольно растение. Так, может
если не нужно. В принципе, лучше вот это. Но это на последний вопрос. Там. Вот. О! Теперь можно и на последний. А что? Вы и нет. Вот это похоже на... Вот этот анимация похоже на... на Дасклобер. Извини, просто забыл, как называется это растение. По-русски. По-русски. Вот. Получается... Ну, здесь, короче, растение из Modern Day, Team Boy такой. Там тоже такая анимация. Тут эти анимации похожи. Значит... Ну ладно, может, это ничего не значит. Да куда? Они сейчас возьмут и сожрут все. Прикиньте. Они хп, это не резина. Бурный это немного помог. О, видали? Вот же, похоже, анимация. Тун-тун-тун. Ну все, чё? Ладно, там еще Гаргантюа. Тун-тун-тун-тун-тун. Ну грузись быстрее. Чё, нормально такое растение, мне нравится. На все. Смотри. Ну все, кушай. Чем сейчас получим? Монета или же деньги? Ой. О, 600 тысяч, кстати. О, 50 пакетов. Пакетов с его семена. Класс. Все, круто, класс, класс. Все. Все, дорогие друзья. На этом у меня, в принципе, все. Вот. Чё? Вот, с вами был я, Федор Данов. Завтра, возможно, будут серии про разлом. Но я ничего не обещаю. Ну, короче, уже все. С вами был я, Федор Данов. Ну и все. Пока. Нахуй ты! Ах ты, сука, блядь! Да вы ебались, пизде получил. Ай-я! Питарас. Питорас. Пидор. Иди нахуй. Иди, тварь. Дед Мороз. Наступай. Блядь, что за хуйня я говорю. Ай-я-я-я-я. Подписывайся. Смотришь видео. И время кончается.